11 марта состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую республику. На площади, на которой развивались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Илхам Алиев встретил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Караул фарагат. Солдан каршыламак үчүн. Караула. Ол. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Туркменистана. Жанап Туркменистан президенти, сизин Азербайджан республикасына келмениз шарафына фахри караул түзүлүп. Караул рейси Майор Гулиев. Президент Илхам Алиев и президент Гурбангулы Бердымухамедов обошли строй почетного караула. Салам, аскер! Члены делегации Азербайджана были представлены президенту Гурбангулы Бердымухамедову, члены делегации Туркменистана президенту Илхаму Алиеву. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.